Масштабная чистка коррупционеров по всей России продолжается. В рамках расследования громкого уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева прошли новые задержания. Так, Басманный суд Москвы арестовал 4 коррупционеров из сферы ЖКХ за получение взяток на сумму более 60 миллионов рублей. По информации наших источников, Полежаев сотрудничает со следствием и продолжает раскрывать имена своих подельников. Поэтому в ближайшее время Белгород ждут новые громкие задержания. Поражает и наглость оборотней, которые не прекращают воровать во время проведения специальной военной операции. Накануне в Белгороде задержали еще 2 топ-менеджеров, имеющих отношение к бюджетным деньгам и госзаказам. Речь идет о директоре ООО «Биг Сити» Александре Плахте и его заместителя Олега Казакова, которых подозревают в хищении бюджетных средств. ООО «Биг Сити» – компания, учрежденная правительством Белгородской области. В настоящее время все руководство компании арестовано. Гнусное в этой истории то, что в Белгороде продолжаются террористические акты по жилой инфраструктуре города. Несмотря на это, оборотни воровали бюджетные средства, которые направлялись на строительство домов для многодетных семей по государственным программам. Мы уверены, что в ближайшее время услышим о новых громких задержаниях. Редакция «Моменты истины» также продолжает борьбу с коррупцией. В данный момент проводим работы по судебному корпусу Краснодарского края. И у нас есть что вам рассказать. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.